Сегодня же Касым Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани поговорили по телефону. Президент Казахстана поблагодарил эмира Катара за гуманитарную помощь и оборудование для борьбы COVID-19. Также собеседники обсудили совместные проекты в банковской, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других сферах и согласились поддержать обмен официальными и деловыми делегациями.